Социальные выплаты на детей, ремонт дороги на Чемодановские дачи, срок окончания ремонтных работ магазина на улице Ленина. На личном приеме депутата Государственной Думы Российской Федерации Александра Самокутяева в Заречном прозвучало более десятка вопросов. Герой России, летчик-космонавт, уроженец Пензы. Ныне он представляет интересы своих земляков, жителей региона, в главном законодательном органе страны и помогает в решении вполне земных проблем. Елена Гостяева обратилась к народному избраннику за помощью. Семья ее сына не может добиться получения государственной поддержки по ипотечному кредитованию. В 2019 году они поженились, обратились сюда, в местную администрацию. Им сказали, ни по одной программе они не проходят. А им что, больше 35 лет? Нет. У снохи есть доля собственности, 1/4 в Пензе. Угу. Ну, родительская квартира, так как были детьми, имеют долю собственности. У сына нет вообще ничего. Угу. Но по каким-то причинам на постановку по программе им отказали. Я в этой проблеме вижу одну зацепку, по которой вам мешают. Да? Находят причины, чтобы это, не дать. Это наличие доли жилплощади. Ну, видимо, так. Вот, потому что у нас действительно ряд законов есть, по которым предоставление льготных площадей, да, жилых, ограничены тем, чтобы у человека вообще ничего не было. Зареченец Анатолий Медведев рассказал депутату Государственной Думы Александру Самокутяеву о проблемах с обеспечением льготными лекарствами. Его отец, инвалид первой группы, не получил необходимых медикаментов для амбулаторного лечения. Хотя, как уточнила начальник отдела администрации Заречного Елена Семенова, мужчине готовы оказать необходимую помощь в стационаре медико-санитарной части номер 59. В вашем случае сейчас нужно лечь в стационар, чтобы не подорвать здоровье. 3 дня вас прокапывают бесплатно, вам сделают это, все эти ваши процедуры, потому что другого выхода сейчас нет, вам никто сейчас не поможет, вот честно. Я вам просто советую именно вот сделать... Использовать такой вариант. Да, сейчас пока так. Личный прием депутата Государственной Думы в Заречном продлился более 2 часов. На встречу с народным избранником записались 9 зареченцев. Александр Самокутяев внимательно изучил все обращения горожан. Решения по некоторым вопросам были найдены в ходе приема. Отдельные проблемы потребуют более детального рассмотрения и обращения в профильные ведомства и министерства. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».